комплект акустических систем для домашнего кинотеатра BBK Reference 2. Фронтальные колонки продаются отдельно по $250 за пару. Качество отделки корпусов безукоризненное. Отсутствие отклика при простукивании свидетельствует об их тщательном демпфировании. На задней панели находятся массивные позолоченные разъемы, допускающие двухкабельное подключение. Акустическое оформление фазоинвертер. Колонки оборудованы шелковыми купольными твиттерами и парой среднечастотных и низкочастотных динамиков из полимерного композита. Вся конструкция установлена на постамент, к которому снизу крепятся шипы. Производителем заявлены следующие технические характеристики мониторов: чувствительность 88 дБ, сопротивление 8 Ом, максимальная мощность 180 Вт. Колонки работают в полосе частот от 50 до 20 тысяч Гц. Громкоговоритель центрального канала также сделан очень аккуратно. Колонка оборудована двумя полимерными драйверами и шелковой купольной пищалкой, расположенной между ними. Колонки выполнены в закрытом корпусе, а снизу прикреплена продольная пластмассовая накладка для удобства установки в горизонтальное положение. Громкоговоритель имеет чувствительность 88 дБ, сопротивление 8 Ом. Его максимальная мощность составляет 100 Вт, а полоса рабочих частот от 100 до 20 тысяч Гц. Тыловые мониторы кажутся совсем игрушечными. Качество отделки закрытых корпусов высочайшее, колонки просто приятно держать в руках. Технические характеристики достаточно скромные: чувствительность 84 дБ, сопротивление 8 Ом, максимальная мощность 80 Вт, полоса рабочих частот от 100 до 20 тысяч Гц. К сказанному надо лишь добавить, что набор «Центральный канал плюс сателлиты» можно приобрести отдельно за $130. Нам осталось лишь ознакомиться с сабвуфером FSW-108, его цена составляет $155. Выглядит он довольно угрожающе, диаметр расположенного на передней панели низкочастотного излучателя составляет 254 мм. Басовик оснащен по высшему разряду, он имеет входы RCA и пружинные разъемы для получения сигнала с внешнего усилителя, переключатель фазы, а также регуляторы громкости и частоты среза от 40 до 150 Гц. Корпус колонки установлен на ножке, под которыми находится постамент. В образовавшийся зазор выведены две пушки фазоинвертера. В режиме воспроизведения многоканальных саундтреков 5.1 комплект отработал мощно, детально и, главное, согласованно. Наши опасения, что некоторые спецэффекты при перемещении в тыл могут потерять в весе, не подтвердились. В качестве замечания отметим не всегда тембрально-корректное воспроизведение голосов и, пожалуй, некоторую мутность звучания самых низких частот. Прослушивание музыки с CD через фронтальные колонки выявило жанровые предпочтения акустики BBK. Наиболее подходящим репертуаром для нее оказалась жесткая молодежная музыка, где чрезмерно агрессивная подача материала была наиболее уместна.